Всем привет, с вами Информ ТВ. Современным и избирательным телезрителям всегда интересно наблюдать необычных людей. Одной из таких является Светлана Конегин. Эпатажную теледиву любят за провокационные образы и собственную твердую позицию по любому вопросу. Еще будучи студенткой и живя в Ленинграде, Светлана познакомилась с молодым человеком из Германии. У них быстро закрутился роман, но совместная жизнь как-то не ладилась. Виной тому стало нежелание Светы перебираться к мужу-немцу, а он, в свою очередь, не спешил жить в России. Чуть позже отношения супругов превратились в партнерские. Однако все более редкие встречи и более долгие разлуки наложили отпечаток, и они расстались. Именно благодаря первому мужу Светлана получила свою красивую фамилию и купила квартиру в центре Москвы. Детей в этом браке не было. Впоследствии Конегин предпочла делать карьеру и заниматься исключительно собой, отказавшись от материнства. Но первый брак не стал единственным в жизни Светланы. В 2014 году она вновь вышла замуж за иностранца. В этот раз мужем светской бунтарки стал итальянец Франко. Ну и разумеется, свадьба Конегин не могла обойтись без фарса. Молодожены сразу же отказались от традиционных нарядов и обрядов. Светлана выбрала обычную тунику и простую фату. А Франко – костюм и необычную брошь с отпечатком собачьей лапы. Дополнили свои образы они поистине русской обувью – валенками. Но большей неожиданностью для всех, а особенно для работниц ЗАГСа, стала просьба Светланы привести на церемонию своих любимых собачек. Разумеется, даже несмотря на их малый размер, работники ЗАГСа были категорически против, но невесте все-таки удалось их уговорить и совершить задуманное. Сейчас Светлана продолжает развивать свою карьеру и счастливо живет с любимым мужем. А вы помните эту красавицу-журналистку? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!